Мой сегодняшний герой появился на свет в Нижнем Новгороде. Музыкой он занимался с детства и даже успел поучиться в музыкальном колледже. Однако в поиске хлеба насущного сменил множество профессий – дворник, грузчик, водитель. Многолетний творческий поиск в альтернативной музыке закончился переходом в популярный жанр и успешным сотрудничеством с родным братом. Так 15 лет назад появилась на свет группа «Ума Турман». У меня в гостях ее фронтмен Владимир Крестовский. Володя, здравствуйте! Очень рада, что пришли ко мне на программу, нашли время. И я рад. И я традиционно задаю первый вопрос своим гостям по поводу девиза. Есть ли у тебя какой-то слоган, может быть, какая-то фраза, которая, знаешь, тебе по жизни помогает? Или... Да, есть. Держит? Есть такая. В кинофильме «Пролетая над гнездом кукушки» главный герой пытался оторвать от пола там какую-то плиту, а все стояли, посмотрели, как он это делает. Он не смог, и говорит, ну я хотя бы попробовал. Такой простой девиз. Я хотя бы попробовал. Да. Не, очень правильный, особенно, мне кажется, для человека творческого. Потому что наверняка, знаешь, бывают такие мысли, нужно, не нужно, а вдруг как-то, не знаю, не примут это, вот если даже про творчество не примут поклонники и так далее. Да. Наверное, попробовать действительно надо. Ну, так как канал музыкальный, то первый блок вопросов обычно всегда посвящен последнему крайнему клипу. У вас он на песню «Настя». Настя, да. Понятно, что идея... как бы именно обыгрывание, наверное, в песне имя женского, она не нова для вашей группы. Кто выбирает имя? То есть как это вообще происходит? Всегда по-разному. Про имена у меня появилась идея некоторое время назад, что я подумал, что у нас столько песен есть уже с женскими именами. Там Оля, Люся, Ума и прочее, прочее. Есть песни, которые я просто не записал. Допустим, песня про Надю. Старая песня достаточно. И я понял, что надо делать альбом «Имена». И нужно подписать еще песни с женскими именами. Вот, и я потихонечку пишу. Вот сейчас Настю выпустили, я Катю еще написал про Катю. И Надю старую нужно записать. Ну, параллельно я еще пишу песни не для этого альбома, просто понятно, без относительно. Да. Но я думаю, что для всех Анастасии России сейчас это самая любимая песня. Я надеюсь. Да. Знаю, что в клипе была девушка, да, именно с именем Настя. Да, Настя. Вы специально или так вот и получилось опять? Да, специально, конечно. Ну, мы по хэштегу Настя поискали в Инстаграме. А как вы выбирали девушку? Девушку, ну, которая нам кажется, что она подходит. Сейчас же очень просто, на самом деле. Профайл в Инстаграме, все про человека может рассказать. За клип как режиссер отвечала ваша подруга, да, Анна Цуканова-Кот. Да, да. Но вам важно, чтобы все-таки это был действительно близкий вам по духу человек? Да нет, до этого мы снимали клипы с совершенно разными людьми, режиссерами. И сами своими силами как-то снимали. Поэтому все получается очень спонтанно. Ну, для вас это вот такое, знаешь, видеохулиганство. Это больше как выход на молодежную аудиторию или, не знаю, как такая, как развлечение, может быть? Да нет, я, знаешь, я вообще, в принципе, открытый такой человек миру. Если что-то, знаешь, есть вне такая... Вне возраста вообще. Есть такая мудрость, не препятствует тому, что приходит, и не удерживает того, что уходит. Поэтому, если что-то, я понимаю, что вот, что-то можно сделать, как всегда говори, да. Знаешь, такой фильм? Всегда говори, да. Вот тебе что-то говорят, давай сделаем. А, давай сделаем. Я не думаю там про аудитории, понравится, не понравится кому-то. Ну, то есть, в принципе, ты готов на любые эксперименты, да? То есть, если вот это... Ну, в разумных пределах. Да, ну, понятно. Там. Я знаю, что вы участвуете в акциях благотворительных. Ну, по мере возможности. Ну, да. И увидела видеоотчет о летней акции. Она была посвящена выпускникам из детских домов. Это очень важно, конечно, именно социализация после того, как ты выходишь, то есть, как у тебя нет родителей, тебе некому посоветовать, да, какой путь выбрать. Как помочь таким детям? Если это все-таки творческий ребенок, да, то есть, и если ты понимаешь и видишь в нем это, как правило, знаешь, там бывает, конечно, воспитатели детских домов хотят, наверное, дать ребенку больше профессию такую земную, да, чтобы они могли себя обеспечить. А когда ребенок идет в творчество, ну, тут нет гарантии, что он все-таки будет успешным. В этой жизни вообще, в принципе, никаких гарантий нет. Даже если ты выучишься, у тебя нет никаких гарантий. Не выучишься, нет гарантий. Поэтому нужно относиться, в принципе, к жизни чуть-чуть легче. Бывает всякое. А как действовать учителям в таких школах, это нужно понимать, чтобы что-то советовать. Какие нужды у детей? Я думаю, очень простые какие-то нужды, где жить, во что одеться, что есть.
Ну, я знаю, что твоя жена увидела в, тоже пост в Инстаграм, что она поддерживала девочку, как раз больную, да, онкологией. Это девочка наших знакомых, вернее, нашего директора. Знакомые ребята какие-то, поэтому они там деньги собирали, мы, собственно, узнали об этом и тоже вступили в партию помогающих. Ну, ты вот многодетный отец, я не знаю, ты детям своим все-таки рассказываешь о том, что, ну, нужно помогать по мере возможности? То, что нужно помогать, это и так дети знают. Ну, нет, но они, лет, они могут знать только если, да, только если родители объясняют и своим примером, наверное. Ну, вообще, мне кажется, дети, выросшие в такой семье большой, у них, скажем так, школа прям с жизнью. Внутри. Да. Что нужно помогать. В общем, они это все проходят с детства. Хочу тебе рассказать и напомнить нашим телезрителям, что наша программа тоже участвует в благотворительной деятельности. И прежде чем мы увидим сюжет, хочу попросить тебя сказать наш лозунг добрых дел. Этот мир бывает жесток и несправедлив, и в наших с вами силах сделать его лучше. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. Сегодня медицина способна выхаживать младенцев, рожденных с весом меньше килограмма. Но осложнений практически не удается избежать. Среди всех патологий у деток, которые родились раньше положенного срока, очень часто встречаются проблемы с дыханием. Их диагностируют у большей половины преждевременно родившихся младенцев. Для лечения используют аппаратно-кислородную терапию. Так случилось и с малышом по имени Гай, который стал четвертым ребенком в многодетной семье. Гай при рождении весил всего 770 граммов. Его сразу подключили к системе искусственной вентиляции легких. Дыхательная функция стала постепенно восстанавливаться. Через 42 дня врачи разрешили отдать малыша семье с условием, что дома будет специальный дыхательный аппарат – кислородный концентратор. Но стационарную технику на тот момент не удалось достать. И ребенок сразу после выписки снова оказался на грани выживания. Я знала, что вообще такое существует, да, но знать об этом и пройти через это вообще разные вещи. И разные случаи бывают, и это все видеть очень, конечно, тяжело. Куча ежедневных больниц, врачей, и это ужас, конечно, пройти через это все. Гая благополучно вернули к жизни. Буквально за месяц медикам удалось перевести его на естественное дыхание. Но мама малыша не устает повторять, как важна вспомогательная техника и как непросто ее найти. Ведь кроме кислородного концентратора нужен еще и пульсоксиметр. С пульсоксиметром была вообще большая проблема, потому что его нигде даже в аренду в частных не найти, потому что это дорогостоящий даже просто в аренду. Юле повезло, что такой прибор она смогла получить в безвозмездное пользование. Но это скорее исключение. Ведь сколько семей недоношенных детей сейчас надеются найти такую аппаратуру, хотя бы в аренду? Кислородные концентраторы, конечно же, очень нужны для недоношенных детей, чтобы они были дома в теплой и любящей атмосфере и скорее поправлялись. Без кислорода у него организм будет пытаться этот кислород забрать, и возникнут тогда изменения в легких и сердце, которые очень быстро могут привести, к сожалению, к выраженной декомпенсации с самым худшим исходом. Средства на приобретение и даже прокат кислородных концентраторов и пульсоксиметров есть далеко не у всех семей, где родились недоношенные младенцы. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки необходимой аппаратуры. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить смс на номер 3434 с текстом «Кислород, пробел, сумма пожертвования». Например, «Кислород, пробел, 300». И обратите внимание, что потребуется смс-подтверждение платежа. Володь, ваши родители, несмотря на то, что у них, в принципе, профессии не творческие, я так понимаю, что они все равно люди творческие. Мама даже писала стихи когда-то, да? И папа, я так понимаю, что он, ну, не профессиональный музыкант, но он, в общем-то, очень, да, они любит. Пели, да, на танцплощадках играли. У нас все были такие творческие. Бабушка с дедушкой. Один дед у нас вообще был скульптором знаменитым. А отец всегда играл. Да, ну, у нас такая. Мне кажется, в то время во всех семьях были гитары, и все как-то играли на гитару.
пели. Поэтому да. Все были такие. Я так понимаю, что твой брат, он, по-моему, чуть ли не в 3 года сказал, что он хочет играть. А, в 5, да? В 5 лет сказал, что он хочет играть на рояле. И я так понимаю, что мама вынуждена была даже инструмент купить, нет? Не знаю, но, видимо, так и было. Потому что он музыкой начал заниматься раньше меня гораздо. И я, собственно, шел по его стопам. Он меня учил играть на гитаре. Впоследствии из-за него же я начал сочинять песни. Ну, скорее, из зависти к старшему брату. Потому что он был такой рок-звездой у нас в Нижнем Новгороде. И вел такую богемную жизнь. Там девчонки, все. Прям такой рок-н-ролл. А я смотрел, думаю, что я песни не могу написать. Я тоже могу. Вот сел, прям дал себе задание и начал писать. То есть, грубо говоря, если бы, может быть, у него в этом направлении он бы не состоялся, да, то, может быть, и совершенно не значит, что ты бы ушел в музыку, да? Вполне возможно. Ты все-таки учился в музыкальной школе или нет? Музыкальный учился, учился, да? Но уже взрослым. Я пошел уже специально, чтобы познакомиться с музыкантами, группу собрать. То есть, когда ты уже просто осознанно понял, что ты хочешь этим когда заниматься? Когда я понял, что я стану знаменитым музыкантом. Я прям это... Не то, что понял, а еще всем сразу рассказал. Я сказал, вот кем я стану знаменитым музыкантом. Слушайте все. Ну, я так понимаю, что ты и подрабатывал, не знаю, и грузчиком, и дворником, и водителем. То есть много в твоей жизни было. И тем не менее, всегда параллельно была музыка, я так понимаю. Всегда плюс-минус параллельно была музыка. Были такие моменты, когда я, отчаявшись вообще, просто бросал, сказал, что все, больше вообще не подойду к гитаре. Отчаялся почему? И понимал, что это все бесперспективно? Да, опускаются руки иногда. Был такой момент. Но потом все равно прям что-то меня прям скоблило изнутри, что прям не могу я без музыки. И я так понимаю, что все-таки, когда вы начали уже играть в ресторанах, да, вот когда уже пошел первый заработок, я не знаю, тогда ты понял, что да, это твой путь, и ты будешь заниматься только этим? Нет, что это мой путь, я понял и раньше. Вот, просто я не понимал, как это может все реализоваться. Это была лишь ступень такая, начать зарабатывать музыкой. Тоже достаточно сложное решение. Что вот прям вот если я вот сейчас не приму такое решение, что все, как бы то ни было, вот мне надо заработать именно музыкой. Там не водителем, не кем-то, а именно музыкой. Я взял гитару и пошел по каким-то кафе. Возьмите меня, я умею петь. Знаю все песни в мире. Ты тогда пел каверы, да? «Воскресенье», Розенбаума, Митяева, «Машина времени». Ну ты свои все, тогда песни уже пел или только пел, перепевал кого-то? Да нет, конечно, только чужие пел. Ну, свои я стеснялся. Кому они нужны, такие песни? Никто не знает. Смотрите после рекламы. Какую цену заплатила группа Ума Турман за свою популярность? Некая была какая-то опустошенность, я помню. Куда? Дальше. Только вниз. Как Владимир Крестовский чуть не отказался от своей мечты. Вернулся, сказал, что все, больше я в Москву вообще не поеду, пока меня не пригласят. И почему он больше не хочет сниматься в кино? Для меня это тяжкое бремя. Не могу получать удовольствие от этого процесса. Это программа «Север. Непридуманные истории». А у меня сегодня в гостях Владимир Крестовский. Как вы решили, что все, надо ехать в Москву? Вас же здесь никто не ждал. Было несколько заходов. Первый раз я решил, что надо ехать в Москву, еще когда мы с Серегой не играли, а играли такую более тяжелую музыку с пацанами из музычилища. Такой прям арт-рок, гранж такой. Записали пластинку. Вот. И я с ней поехал в Москву прямо раздавать по студиям. Мне сказали, что... До свидания. До свидания. Я вернулся, песни кому-то пытался продать, как-то, в общем, как-то заработать музыкой. Вернулся, сказал, что все, больше я в Москву вообще не поеду, и пока меня не пригласят. Вот, собственно, так и вышло впоследствии, когда мы этот альбом уже, который у нас был, как первый альбом наш, мы его отправляли, и нам позвонили из Москвы и сказали, что... Понравился альбом и так далее. Давайте, приезжайте. Ну, то есть не так много заходов было в Москву? Не так много, всего один холостой был. Но по времени, конечно, это было много, около 10 лет. Ну, конечно, за эти 10 лет, я думаю, что были всякие мысли. И зачем мне это надо, да. Всякие были мысли, да. Группа Ума Турман на сцене уже более 15 лет. За эти годы братья Крестовские пережили и головокружительные взлеты, и болезненные падения.
Но самое главное всегда оставалось неизменным. На протяжении всех этих лет в разных городах артистов встречали заполненные до отказа залы и большая любовь поклонников. У вас в этом году 15 лет, юбилей получается. Что вы считаете вот отправной точкой? Наверное, выход клипа Прасковья, я так понимаю. По крайней мере, такая известность широкая. Так мы были известны в узких кругах. Так люди друг другу передавали. Кассеты в то еще время, по-моему, кассеты. Вот. А после выхода клипа уже... Вы стали очень быстро набирать обороты. Очень хорошо помню этот период. Да. Для вас это стало такой прям, знаешь, ну, неожиданностью, скажем? Или вы уже были готовы к этому? Нет, мы уже были готовы. И давно уже готовы были морально, потому что мы очень долго к этому шли. Вот, поэтому не было такой какой-то прям вот эйфории. Достаточно мы так восприняли, что о, окей. Даже некая была какая-то опустошенность, я помню. У меня такое было состояние. Ну, когда доходишь, наверное, да, до какого-то верха, до какой-то точки. Да, поднимаешься на вершину и как бы понимаешь, и что, куда дальше. Только вниз. Володь, в первом же клипе получается, что вы и ты, и Сергей с главными уборами. У тебя шляпа твоя неизменная, уже, и у Сергея кепи. Вы тогда сами это придумали, или это все как бы случайно, и потом вы уже это продолжали? Спонтанно вообще получилось. Мы приехали куда-то одеваться, и как-то так спонтанно получилось, что я одел шляпу, Серега кепку, и его давай вот так. Ну и так и пошло. То есть я смотрю, что он никогда не носит шляпы, ты никогда, то есть вот как договоренность такая, ну не, как бы. Не, он иногда одевает, да? Такие у него такие шляпки есть, такие маленькие, и миниатюрные, одевает. Ну, я так понимаю, что у тебя это целая коллекция наверняка, да? Нет, у меня несколько шляп всего, я раздариваю. Просто надо же что-то подарить. Да. Естественно. Шляпа это самое такое. Но от меня естественный подарок, поэтому у меня несколько рабочих шляп. Твои поклонники, я думаю, что могут надеяться на какой-то, я не знаю, ты на концертах кидаешь шляпы? Нет, это очень дорого. Шляпы очень дорогие, и у нас еще их практически не купишь. С самого начала, мне кажется, вашего вот такого взлета вас не обошли стороной кинематографисты, и, в общем-то, очень много, да, на самом деле, вы участвуете своими песнями в кино. Я не знаю, мне кажется, самый первый, наверное, это «Ночной дозор», да? Да, самый первый, самый такой громкий, наверное, из всех. Вам предложили уже из имеющихся песен, или вы специально писали? Нет, конечно, это я писал прямо вот, специально, у меня было конкретное техзадание. А ты вообще как к этим заданиям относишься? Ну, с одной стороны, я смотрю, ты решил, когда посмотрел на брата, все, я буду писать, сел и написал. То есть ты так же и относишься как... Мне очень нравится... Когда задача стоит, да? Да. Мне очень нравится писать под конкретную задачу. Это для меня просто мега интересно. Удивительно. Не каждый так может, если честно. Да. Потому что, допустим, для мультика. Меня попросили написать для мультика там несколько песен. Но я бы никогда не написал. Так, и, кстати, «Ночной дозор» я бы тоже не написал, потому что я не рэпер. И я в эту сторону даже не думал. И когда мне говорят, что мне нужно сделать что-то, что я никогда не делал, и еще вот примерно так это должно выглядеть, мне это очень нравится. Я прям кайфую. Поэтому работать под задачу я очень люблю. Я так понимаю, что тебя стороной не обошли и роли в кино. Я так понимаю, что вскоре ты попробовал, наверное, один из первых, это «День выборов», да? Там сыграл. Ну, в нескольких эпизодах мы сыграли. Ну, у тебя была роль и камео, и, в принципе, у тебя была одна из главных ролей тоже в кино. У меня была одна главная роль. Да, с Катей Климовой мы снимали в фильме «Свидание», да. И как тебе этот опыт, и насколько ты, как я не знаю, может быть, ну, не комплексовал, но все равно все-таки есть профессиональные актеры, да, которым это учится. И ты все равно не из этой области. Было ли тебе сложно, и были ли какие-то вот моменты такие? Было по-всякому, и сложно было. Но мне было просто интересно, я хотел понять, что это такое быть актером. Мне вообще все, мне хочется в этой жизни вообще все попробовать. То, что она предлагает, это жизнь предлагает. Поэтому мне очень было интересно, что это такое быть актером, пытаться как что-то там сыграть или как-то наоборот вести себя естественно в кадре. Я уж не знаю, как у меня это получилось. А ты сам доволен остался? Конечно. Я вообще доволен всему, что происходит. Я очень рад и доволен всем. То есть ты не будешь себя, вот это, знаешь, как многие актеры, смотреть, ой, нет, сделал не так. Нет, смотреть на себя я не люблю. Смотреть я не люблю, а
вот то, что это было, и то, что это есть, где-то останется в каких-то аналогах, и дети, внуки потом в итоге могут посмотреть. Тем более в этом фильме я практически играл сам себя. Ездил на мотоцикле. Да, вот я так понимаю, что ты даже все трюки сам исполнил. Трюки мы делали, да, с Катей. Каскадеры только сидели у экранов. Тебе зачем это надо было самому все делать? Нет, ну, я мотоциклист, такой прям вот фанатичный, скажем, любитель мотоциклов. И чтобы меня катали на прицепе на мотоцикле, знаешь, как у них была идея? Я говорю, вы что, ребята, ну издеваетесь, мне будет стыдно, я так не могу. Так что давайте мы будем снимать, что зря столько времени. Ты устроила, я думаю, вырванные годы все-таки режиссеру, потому что он, наверное, очень нервничал. Был там один момент, даже когда я даже испугался. Просто Катя, она играла пьяную, и которая шалит на мотоцикле со мной. Катя Климова, которая играла с тобой. Катя Климова, да. Во-первых, она мне закрывала глаза руками, когда мы ехали по Кутузовскому. А мы ехали, в принципе, в потоке машин. Там просто нас снимали краном, рядом ехала машина. Но мы ехали в потоке машины, и она мне закрывала. А я должен был ее руки убирать, ругать ее. Так я ее ругал по-настоящему. Я говорю, ты что творишь? Я не вижу, куда мы едем. Вот. И один раз был такой опасный момент, когда она сзади сидела, и она встала на подножки, так, руки расставлены, и я прям почувствовал спиной, как она назад качнулась на ходу. А мы же были без шлемов, и она без шлема. Просто так, мы ехали не то что быстро, но километров 60, и падение с мотоцикла без шлема – опасный такой момент. Но она не упала, и слава богу, но я так, честно говоря, очень испугался. Где-то ты тоже читал, что ты именно сказал такую фразу, что, может быть, из тебя получится хороший актер. То есть ты допускаешь мысли, что ты можешь в это направление пойти? Нет, я уже не допускаю. Нет? Нет. Дело в том, что, чтобы быть актером, нужно очень любить это. А я не очень люблю сниматься. Для меня это все-таки такое, даже если приходится где-то сниматься, для меня это тяжкое бремя. Не могу получать удовольствие от этого процесса. Когда бесконечно идут повторы, дубли, вот это когда, все, да? Когда нужно очень много ждать, сидеть, просто вот и ждать. И теперь не знаю, что делать. Вот, вроде ты работаешь, но ты сидишь. Это очень тяжело для меня, потому что я очень суетливый такой человек. Мне нужно куда-то все время бежать, идти, ехать, лететь. Ну, это единственное, только если тебе поставить сразу задачу, вот здесь написать такую песню, вот здесь такую. Знаешь, если будет дело, я готов посидеть, да, с гитарой, если у меня будет какая-то задача, с которой я должен справиться. За время существования группы братья Крестовские выпустили не один десяток успешных песен. Среди них есть и дуэты с известными артистами. Иногда судьба подбрасывала коллективу тандемы, о которых раньше они не могли и мечтать. Не могу не спросить, конечно, про ваш номер совместно с Патрисией Кас. Как он родился, почему Патрисия, как это произошло? Опять же, все очень спонтанно получилось. Возникла в разговоре просто идея, что классно было бы спеть с французской звездой какой-нибудь. Я говорю, ну... давайте попробуем найти кого-нибудь. И первой, кого нашли, была Патриция. Там просто знакомые оказались, знакомые знакомых, что-то такое. Ну, опять, да. Так, дело случая, можно сказать. И предложили ей, она очень быстро согласилась. И единственное условие было, что это будет новая песня, написанная специально для нее. Ну, и как вам вообще вот этот опыт работы с ней? Замечательный опыт. Мне кажется, классный получился номер. Всегда приятно поработать с людьми такого уровня, мирового уровня. Смотрите после рекламы. Для чего солист группы Ума Турман ставит эксперименты на своем здоровье? Мне стало не хватать сил. Я понял, что надо с этим что-то делать. По какому принципу он воспитывает детей? Характер очень жесткий. И почему у Владимира Крестовского не получается строить бизнес? Я столько денег выкинул просто на всякие бизнесы, которые в итоге не работали, и там умирали, разваливались. Это программа «Север. Непридуманные истории». А у меня сегодня в гостях Владимир Крестовский. Я так понимаю, что Сергей все-таки у него есть и свои сольные, да, какие-то песни, да, и да. А также дуэты с кем-то. Ты ревнуешь его к своему вот отдельному творчеству? Или я? Ты... Да. Ну, ведь, знаешь, как казалось, что такая единица, знаешь... Да нет. Я вообще очень счастлив, что он у меня есть. Мой брат. Я его обожаю. Я вот прям, вот реально безумно благодарен судьбе, что у меня есть старший брат, и что он со мной занимается музыкой. Поэтому я на него просто иногда смотрю, вот он спит в самолете где-нибудь, я просто вот смотрю на него сонно и улыбаюсь прям. Улыбаюсь, чуть ли не слезы у меня из глаз.
от умиления. Угу. Вот реально, очень его люблю, поэтому занимается он музыкой супер. Во-первых, у него очень много крутых песен, угу, классных. Я же его первый фанат. Когда я еще не писал, он уже столько песен сочинял, которые я люблю до сих пор. Угу. Еще тогда, когда это было, 20 лет назад больше. Вот, поэтому Серега занимается, я очень за него рад. Угу. Интересно, и у вас никогда не было никакой ревности, да, друг к другу? То есть я имею в виду в творчестве, в начале пути, может быть? В юности, и когда мы начинали, угу, мы просто сразу расставили какие-то вот, скажем так, как это будет, угу, происходить, на берегу прям договорились. Угу. Все, и дальше ничего у нас особенного. У нас бывают какие-то споры по поводу звучания. Ну, это нормально. Да, да, угу, по поводу там, лучше эта песня так звучит или так, но угу, не более того. Владимир Крестовский – счастливый многодетный отец. Несмотря на плотный график, артист старается находить время на то, чтобы поделиться со своими детьми заботой и мудрыми наставлениями. Скажи, твои уже подросшие принцессы, кто-то из них пытается с творчеством свою жизнь там связать и просит ли тебя там, может быть, песню, пап, напиши нам какую-то? Никто не хочет? Нет, пока что нет. Никто за песней не приходил. Но они в будущем невесты. Не в будущем, уже, а прям в настоящем. Да. Старшая у меня уже, пожалуйста, на выданье. Для всех интересующихся. Вот и скажи мне, как 18, ты, как отец? 18 лет. Это все такая правда, характер очень жесткий. Да. То есть ты сразу расставил все точки. Блин, характер очень жесткий. Кто сможет усмирить эту барышню, я не знаю. Ага, я как раз наоборот и хотела тебе вопрос задать. Как ты будешь оценивать там будущего мужа, не знаю, будет ли у тебя какой-то мужской разговор там, или ну как-то, вот, потому что обычно, знаешь, отцы всегда очень так ревностно относятся. Я молиться на них буду. Ребята, я на вас молиться буду. На людей, которых выберут мои девочки. Нет, на самом деле это большое счастье, когда люди находят друг друга. Я буду очень счастлив, когда мне девчонки найдут себе любовь. Угу. Выйдут замуж. Ты в прекрасной физической форме. У тебя конституция такая, и ты реально намеренно занимаешься, не знаю, спортом. Спортом мы знаем, что у тебя активные, да? Да. Все-таки экстремальные виды, но какую-то, не знаю, диету специальную. Там, да, вот с некоторых пор... вообще все началось примерно в 40 лет. Угу. Вообще примерно в 40 лет я стал так немножко останавливаться, так осматриваться вокруг, вообще, что происходит вокруг. Потому что до этого, конечно, такая матрица, прям вот все, ты закрученный, и у тебя прям нет времени голову поднять и посмотреть. Я так понял, что все-таки это с годами приходит. Вот, и когда я немножко осмотрелся, остановился, первое, что я увидел, что мне стало не хватать сил. Ну, допустим, я что-то хочу сделать. Или... Физически прям. Физически, да. И уже какой-то возраст, хотя 40, какой возраст, я понял, что надо с этим что-то делать, потому что я люблю подвижные игры всякие, вот, и я не хочу, чтобы меня ограничивало тело и не позволяло мне во что-то поиграть, во что мне хочется. Поэтому я стал искать, экспериментировать. Ну, еще проблемы уже со здоровьем в таком возрасте, понятно, что какие-то, которые нужно уже решать. У меня есть в одной песне такая строчка. И вот я сижу на кухне, смотрю на обои с помехами, и мне мерещится, и кажется, мне все кажется, как что-то самое лучшее мы незаметно проехали, а все, что съели и выпили, вот-вот на здоровье скажется. И вот к 40 годам все, что мы съели и выпили, начало сказываться на здоровье, и стало понятно, что надо как-то что-то с этим... Ну, все, надо как-то что-то решать. Вот, поэтому мы экспериментируем сейчас с женой. У меня жена тоже... Ну, собственно, она меня в это все погрузила. Она первая, у меня, естественно, испытатель. Ну, пока что диета простая у нас была, без глютена, молочки и сахара. Ну, это не очень простая. Это такая, ну, достаточно сейчас банальная, потому что сейчас все так примерно стараются питаться. Ну, просто мне кажется, вот с гастрольным графиком это вообще сложно. Ну, тяжело, да. Тяжеловато. Не всегда есть безглютеновые продукты. Я пробовал недавно другую. Вообще другую историю. Аюрведическая кухня. Да. Вот. Мне кажется, для этого надо жить в Индии. Да, тоже интересный эксперимент. И все время питаться солнцем. Но, к сожалению, для того, да. Или же мне нанимать группу людей, которые будут за мной ходить с этим всем, потому что я, во-первых, мы не особенно готовим, чтобы вот там 33 приправы там досыпать и все это понимать, что ты делаешь. Может, ну, в общем, примерно мы выработали для себя вот некий...
некую схему, в которой вот мне комфортно. Я так похудел, конечно, сильно. И у тебя что, прибавилось сил, ты заметил? Да, конечно, полегче, да, полегче. Ну, я бегаю, тем более, там, каждое утро, если я дома, я бегаю сначала и, в принципе, не завтракаю. Поэтому сил много. Владь, ну кроме музыки все равно в твоей жизни есть бизнес, насколько я понимаю. Вот сейчас это ресторанный, да, бизнес? Да, небольшой есть. А, я так понимаю, что были клиники, да, там не срослось, не получилось. Каких только бизнесов в моей жизни не было, ты не поверишь, каких. Это просто... Но тебя вот эти... Самые абсурдные бизнесы... Неудачи, они тебя разочаровывали? Или ты просто принимал, как вот ты говоришь, да, как данности... Всякие были у меня бизнесы, и у друзей такая шутка уже была, мне говорили, ты разбогатеешь, когда перестанешь заниматься бизнесом. И в какой-то момент я перестал заниматься бизнесом, не разбогател, правда, потому что все время что-нибудь, какие-нибудь ремонты, что-то надо строить или кому-то что-то надо покупать, вот пока не получается сильно разбогатеть. Вот. Но я надеюсь, я Но ресторанный бизнес, он тебе все-таки приносит еще удовольствие? Ресторанный бизнес – это единственный бизнес, который остался и работает. Прямо это чудо. Но ты как часто ты там бываешь и что ты там контролируешь? Сейчас я крайне редко там бываю, а не контролировал я там ничего никогда. Ты так же, как все остальное, поэтому... Я так называемый спящий инвестор. Они не вмешиваются в работу ресторана. Ну и толку от меня там никакого не будет, потому что я в этом ничего не понимаю. Вот, слава богу, работают профессионалы, и хорошо работают, успешно. Я счастлив. Ты все-таки рискованный человек, потому что особенно очень, в связи с тем, что ты мне еще пришлось прогорел, занимать. Ой, удивительно. Да, да, сумма гигантская просто. Удивительно. Да, я потом долго-долго отрабатывал, отдавал долги. Но тебе это вот вложение нужно было именно как параллельный заработок? Да. Да, именно вот ты на это расчетил. Ну, я хотел что-то, что будет работать помимо музыки. Я вообще хотел понять, это существует хоть что-то, потому что я столько денег выкинул просто вот на всякие бизнесы, которые в итоге не работали, и там умирали, разваливались. Ну и ты на этом остановишься, я так понимаю. Все, я уже остановился. Поэтому все, я сказал, все, ребята, бизнесами я завязываю. Спасибо. Слушай, всем за опыт. Но тем не менее, ты же, допустим, не будешь, я не знаю, ну, сколько ты можешь, ты столько будешь петь, да, я так понимаю? Или да, конечно. То есть никакого продюсирования, я уже понял, никакого бизнеса, то есть основное твое? Во-первых, добрый совет всем, кто хочет пожить чуть дольше. Не выходите на пенсию. Пока мы трудимся. Ну, тем более, у нас пенсии, во-первых, нет, и быть не может у артистов. Артисты работают всегда, пока можешь работать, работаешь. Вот, поэтому я надеюсь, сколько Бог отмерит, буду работать. В рамках благотворительного проекта «Север. Непридуманные истории» предлагаем вашему вниманию сюжет. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. Сегодня медицина способна выхаживать младенцев, рожденных с весом меньше килограмма. Но осложнений практически не удается избежать. Среди всех патологий у деток, которые родились раньше положенного срока, очень часто встречаются проблемы с дыханием. Их диагностируют у большей половины преждевременно родившихся младенцев. Для лечения используют аппаратно-кислородную терапию. Так случилось и с малышом по имени Гай, который стал четвертым ребенком в многодетной семье. Гай при рождении весил всего 770 граммов. Его сразу подключили к системе искусственной вентиляции легких. Дыхательная функция стала постепенно восстанавливаться. Через 42 дня врачи разрешили отдать малыша семье с условием, что дома будет специальный дыхательный аппарат – кислородный концентратор. Но стационарную технику на тот момент не удалось достать. И ребенок сразу после выписки снова оказался на грани выживания. Я знала, что вообще такое существует, да. Но знать об этом и пройти через это вообще разные вещи. И разные случаи бывают, и это все видеть очень, конечно, тяжело. Куча ежедневных больниц, врачей, и это ужас, конечно, пройти через это все. Гая благополучно вернули к жизни. Буквально за месяц медикам удалось перевести его на естественное дыхание.
Но мама малыша не устает повторять, как важна вспомогательная техника и как непросто ее найти. Ведь кроме кислородного концентратора нужен еще и пульсоксиметр. С пульсоксиметром была вообще большая проблема, потому что его нигде даже в аренду в частных не найти, потому что это дорогостоящий даже просто в аренду. Юле повезло, что такой прибор она смогла получить в безвозмездное пользование. Но это скорее исключение. Ведь сколько семей недоношенных детей сейчас надеются найти такую аппаратуру, хотя бы в аренду? Кислородные концентраторы, конечно же, очень нужны для недоношенных детей, чтобы они были дома в теплой и любящей атмосфере и скорее поправлялись. Без кислорода у него организм будет пытаться этот кислород забрать, и возникнут тогда изменения в легких и сердце, которые очень быстро могут привести, к сожалению, к выраженной декомпенсации с самым худшим исходом. Средства на приобретение и даже прокат кислородных концентраторов и пульсоксиметров есть далеко не у всех семей, где родились недоношенные младенцы. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки необходимой аппаратуры. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить смс на номер 3434 с текстом «Кислород, пробел, сумма пожертвования». Например, «Кислород, пробел, 300». И обратите внимание, что потребуется смс-подтверждение платежа. Спасибо тебе, Володь, огромное. Я хочу закончить программу твоей цитатой. Слава Богу, у меня все время появляются новые мечты. И бредовые идеи не заканчиваются. Поэтому, если мне не о чем будет мечтать и у меня не будет идей, мне кажется, моя жизнь закончится. Я тебе желаю, чтобы твои мечты и идеи никогда не заканчивались. Спасибо большое. И, конечно, новых хороших песен вам. И всего самого-самого хорошего. Спасибо огромное, Лена. Было очень приятно у вас в гостях. Всем до свидания, друзья.